территории Лечгородка откроют многопрофильный медцентр. Минздрав и общественники разработают перечень необходимых лекарств для людей с хроническими заболеваниями. А еще планируют увеличить количество бюджетных мест в ординатуре. Все это темы диалога ОСТК и правительства. Далее подробности. Первый вопрос гречневый. Эта крупа на завтрак уже экзотика, говорят общественники. В чем причина золотой стоимости на местный продукт? В правительстве пояснили. Процесс получения крупы трудоемкий. Гречку в Приднестровье выращивает и обрабатывает одно предприятие. Цена повысилась из-за плохой урожайности в прошлом году. ОСТК предложил сформировать перечень социально значимых товаров, стоимость которых будет регулировать государство. Любая регуляция, скажем, она должна проводиться исключительно в рамках закона. На сегодняшний день в этой части, которая определяет четкий перечень, причем императивный перечень, эти нормы закреплены в законе о ценах, тарифах и ценообразовании. Там прямо установлен этот перечень. Увеличить количество бюджетных мест в ординатуре по направлению детская стоматология. Еще одно предложение ОСТК. Вопрос на контроле главы правительства. В данном случае надо посмотреть, кого мы учим за счет бюджета. Если есть необходимость и запрос соответствующий от населения, именно по детям, значит, надо тогда этот акцент переместить в сторону детей. И еще Минздрав и общественники разработают перечень лекарств для больных с сахарным диабетом и другими тяжелыми хроническими заболеваниями. А медработники будут проходить аккредитацию в многопрофильном клиническом центре. Его построят на территории РКБ. Там современные технологии и мастер-классы с иностранными специалистами. Все это позволит повысить качество подготовки медиков.